XX, с вами Билли Викс, и в этом видео мне хочется предоставить вам возможность увидеть всех Клео Данил в линейке Monster High из разных серий. На ноябрь 2015 года Mattel выпустил 20 Клео Данил в коллекции Monster High. Клео Данил из Monster High обладает самым непростым характером. Она настолько любит командовать и желает сделать всех вокруг идеальными, что окружающим приходится ох как непросто. Эту куколку ни с кем не перепутаешь. Достаточно одного взгляда на то, как выглядит Клео Данил, чтобы этот образ навсегда врезался в память. Чего стоят одни бинты, которыми обмотано ее тело? Клео Данил из школы монстров – настоящая дочь мумии Имхотепа. Ее возраст – 5842 года, и она одна из главных героинь Monster High. Клео – самая настоящая перфекционистка, и от этого ее качества нередко страдают другие. Но на самом деле дочь мумии бывает вполне милой, когда забывает о собственном эгоизме. Хотя, наверное, трудно оставаться хорошей для всех, когда ты – капитан школьной команды поддержки. Как и положено потомку мумии, тело Клео обмотано бинтами, но надо отдать ей должное – вполне симпатичными. Древнеегипетская принцесса обожает стильные украшения прошлых тысячелетий и никогда не снимает их с себя. Сейчас Клео встречается с Дьюсом, а ранее ее парнем был Клод Вульф, напоминая, что это брат Клодин Вульф. Клео Данил любит золотой цвет и спелый виноград, которого может съесть просто огромное количество. У нее есть небольшая тайна. Девушка боится темноты. Немного необычное свойство для дочери мумии. Не находите? Хотя сама Клео тайной это не считает, а наоборот стремится подчеркнуть, что в этом нет ничего особенного, и что боязнь темноты ни в коей мере не нарушает величие древнеегипетской принцессы. Клео Данил не любит историю, потому что ей на ней скучно. Все, что рассказывают на этом уроке, девушка уже слышала или даже видела, а со многими историческими лицами даже знакома лично. А вот геометрия дается Клео легко, но никто и не сомневался, что с пирамидами и треугольниками она подружится. Уж в них-то она точно разбирается получше, чем другие куклы Monster High. Если вы хотите, чтобы ваши куклы Monster High объединились в сплоченные группы поддержки, то вам не обойтись без такого капитана, как Клео Данил. Я надеюсь, вам понравилась моя новая рубрика на канале. Напишите в комментарии, как вам идея и продолжать ли мне снимать такие видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Также следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте и моего Инстаграма. Все ссылки будут в описании под этим видео. Я вас всех люблю. Be cool and crazy. Пока!